Это Life, мы продолжаем. Более 300 туристов попали в ловушку в Карачаево-Черкесии. В районе курорта Архыз рухнул деревянный мост. В результате путешественники оказались в ловушке. Они не могут перебраться через реку на легковых машинах и внедорожниках. Давайте посмотрим. Некоторым счастливчикам повезло. Несколько десятков автомобилей переправили по руслу Софии на тяжелой технике. Сегодня в турлагере спасатели так и не дождались, хотя за остальным обещали вернуться еще утром. Отговорка банальная. Воскресенье у всех выходной. Местная власть не смущает, что отдыхающих еда закончилась, вода на исходе, ну, действительно, мелочи. А в экстренном случае людям предлагают перейти по страховочной переправе. Сколько времени потребуется, чтобы восстановить мост, неясно. Опора прослужила несколько десятков лет без ремонта. Позавчера переправа просто треснула и надломилась. В районе высокогорного Архыза расположились популярные у туристов ледниковые Софийские водопады. Потоки срываются с высоты 90 метров, если решите искупаться. Помните, вода там холодная даже летом, но как решите искупаться? Видите, там какие проблемы. Мы сейчас свяжемся в ближайшее время с теми, кто оказался в этой западне. И обязательно с ними пообщаемся, причем, как всегда, сделаем это в прямом эфире.